Мотивацию! Панда! Чё за тяги? Кефтыми. Здорово, пацаны, здорово. Не, другой, причём. Что делаете? Мы едем вот по платной дороге в Москве. Как я? Как вам встречка? Ну, здорово. Сейчас нормально выгляжу. Вот добрый. А нам сегодня машину привезли с Краснодара. На автовозе. Зеленая М4. Автовоз такой из Краснодара приехал. Не знаете, где он? Тут две фирмы, Катя и Алена. Катя, Алена. Одна из двух. Я даже не знаю, света есть? Да. А пропустишь? Все, спасибо. Спасибо большое. Есть срок Алене, короче? Я Наташа. Хорошо. Хочу. Наташа. Что ты хочешь? Наташа приехала отдыхать в Турцию. Нихуя квадроцикл, это чё, ле? А это вездеход. А, вот раш машина твоя, без номеров стоит. Калеоба стоит моя. Почему Калеоба? А где твоя хуй машина? Вот стоит. Вот стоит Калеоба. Почему Калеоба? Просто называют. Он уже обнаглел. А где номера твои? Багажник, пацаны. Походу выпали, слышишь? Чтобы не фоткали бы. Не, пацаны, сняли, чтобы не фоткали. Посадка хорошая, раб. Спасибо, брат. Вот, хорошая. Я как будто на Копорт приехал. Посмотри, справа американка стоит. Кстати, очень похоже. Ой, двойка, смотри. О, шмай, ебать, битьё, давай купим. Так. Ай, колено, блядь. Насрали, блядь. Что? Это пыль, брат. Я знаю, ебать, прикольно. Что, осматривай? Не трогай пальцы. Да, смотрите, подкрыльники самое главное, и снизу. Открыльники целые. А, Раш, это было порвано? Да, это для лягушевки порвало. Пороги шма есть. Что порвало, а? Да, пороги есть. Пороги не смотрите, на лягушевке их давно. Блин, насрали на машину, бля, со всех сторон срут на. Блядь, да все охуенно. Ты понимаешь, у тебя машина твоя, больше, чем моя, или не знаю, брат, наверное, чуть выше, чуть-чуть, на сантиметр. Посмотри сзади, как у тебя сидит, у него, у тебя прям по резину сидит, брат. У тебя поедет портится. Катал, пацаны? Не, все целое, брат. Шма, включи, у кого это дали. Я ебаю. Вон, наверное, к ним идти. Дай, хочешь нам стрим? Я знаешь, как будто, когда мы приехали к этой стене? К этому, к бомбе. Дискренгу, вот, брат. Там не палец, брат. Да ни хуя нету, по-братски. Это сейчас помоется, и все, ни хуя тоже не будет. Шма, вот я думаю, Рошана какой-то хуй подкинуть или нет? А какой, брат? Оу, я сейчас тебя как-то зовут, на если ехать будешь. С ним, а что, нервничать будет, да? Да ты, брат, с ним. Как будто кто должен оставить нас? Кто? Ну да, в принципе, да. Типа, это же как Дубай, брат, тут нету гаишки. Что? Шма, я сегодня 200 км проехал, спина болит, блин. Трассура, фурщик выехал в рейс, брат. Пробка, попу. На робосы как? Че дел, как дел? Привет, при проб, че дел, привет, как дел? Привет, брат, че ДД? Не, это уже ты перебор, брат, это слишком дохуй, у тебя времени остается. Не, че ДД, КГД? КДК. Кстати, вот эти сейчас, вот эти, да, чуть-чуть сейчас берут, пацаны. Да. У них родные, заводская тонировка. А, не, это не эти берут. Это Элантра. А, это Элантра? Да, а какие сейчас Чечню берут, пацаны? Ну, любые, у кого есть. Диск слева поцарапал. Не может быть, брат. Урашура? А, слева он сам поцарапал его, кстати. Ну, и он покрасил их. Вот, это? Это старое, видно же. Это старое, видно же. Они внутри, по-любому. Кто, ключи? Она. Заводи, посмотри, заведется или нет. Кнопку нажми, Раш. Рашул, кнопку нажми. А он пустит. Ну, не открыться. Да, здесь все сохраняется. Да, да. Не, ключей нету. Ключей нету. Нету, сейчас приеду. Угу. А у тебя одни были ключи или два? Одни я сюда привез. Им дал. Да. А один у тебя? Нету у меня ключей. Дома? Дома, да. В Москве? Только дом с собой. Только с собой значит. Один лобовой, сколько стоит? Посмотрите в Москве. 50 тысяч. Поставь окно. Отворот, так сильно открывай. И там открой, чтобы, блядь, воздух поработал бы. А насколько от нас... А от того, что вот настолько ты откроешь, не поработает? Ну да, тоже правильно. И там тоже открой. Ну, брат, нахуй надо. Колхозить слишком колхозно, брат. Умоляю, багажник. Если бы я эту машину не продал, я бы сделал. Сейчас кайф здесь. О, Кубань, вперед. Чернитель. О, палка, ебаный в рот, я за ней 3000 отдал. Ренат, по-братски найти палку. Вот, вот. Очень надо найти. Смотри, Бавария есть, Кубань есть, кроссовка. А, ну, ты ногти эти кроссовки купить себе тоже или нет? Мазерати вот эти. Ногти, носы называются, шма, охуенно, да. Бери. Че вам хороший так-то даже? Футболка есть моя, знаешь? Охуенно, смотрите. Оценка футболка от 1 до 19. Ебанская. Не, брат, это легенда здесь. А, нет, смотри, это из-за Тумагана. Да. Все шкально. Чирики, давай сделаем на меня. Это не надо, оставьте. Выкинь на.
Слышишь? Дай обувь почищу. Не, дай попросу машине помочь. Не, машину стыдно иметь. Ну тоже верно. Ну че, твари. Раз без номеров едешь, кстати. Да. Как мужчина, того вроде. Если что, забыл. Брат, если что, брат, забыл. Не закрывай, ну пускай работа воздух займет. Жалко. Пробег тоже уже 30 тысяч надо продавать. Давай, у меня уже 68. У меня тоже где-то сейчас. Не, на самом деле у меня там есть один клиент, представляете, появился. На что? Хороший. Никогда не продавай машины, не езди на ней, если считаешь продавать, потому что тарс потом проходит. Заткни рот, блядь, уже тарс. Душку ему сделал. Фу, насрали, блядь. Нет, это птица, брат, нашу братья. Вот срут, у него говно кончено. Кстати, она сейчас, наверное, разъела краску. И разъезд. А, у тебя пленка. Шмай, ну на самом деле я тоже могу на твой капот ебнуть, знаешь, один раз. Смотри, плюшку-то куда это. Шмай, ну знаешь как это? Для Эдиты? Это к бабкам, брат. Ты тебя не зря, к тебе 3 миллиона мои пришли. Реально? Да. Мы с ним поменяли деньгами, я ему свои 3 миллиона, он мне свои 3 миллиона дал. Ну то есть только кому должен, я вам сейчас должен? Да. Да, шо, на душе. Так, ну считай, что Ренат урод, чат. Почему мой брат урод? Посмотри на него, красавчик. Я не знаю, брат, ему лишь бы доебаться до меня, сука. Я спал, мне Ровжак говорит, Рена, вставай. Понял, я сплю. Рена, да. Я думал, вот так просто, понял. Потом говорит, вставай, у меня машина приехала на стриме. Я резко вот так встал и встаю, понял, думаю, что за хуйня. Ренат Казай, привет, я пишу. Я просто впервые был, Ровжак разбудил за все время, а не Сэм. Я думаю, что он... Я буквально 2 минуты не успел, блядь, буду, я поднялся. И он вот так, и он стоит вот так, Ренат, вставай. Вот так же мило меня разбудил. Я просто привык к этому. Вставай, ну шо, чё, заебал опасно. Кулер на телефон, где брат? Ровшул. Кулер, где на телефон? Кулер, а, здесь? Давай. Он заряжен? А, его нужно вставлять. Жопу? Да, надо разрешитель купить. А вот моя машина. Добрый. Добрый, приветствую. Нормально все, да? Да, номера в багажник. Да, знаю. Ребята, знаю. Все. Спасибо. Нормально. Он тоже не завелась. Вот это вот на лягушонке я порвал, видел? Да. Брат, на лягушонке хорошо, что жопу не порвали. Это с этой еще легко прогонялось. Я купил за 18 новую, за 25 вернул. Что это, сейчас он за штрафы больше даст, чем так. За штрафы, братан. Что ты на хуй выебался, слышишь? Брат, он богатый стал, я тебе говорю. Я уже понял, как в Москве надо общаться. Он в день зарабатывает сейчас под 750 тысяч рублей. Слышишь, я уже понял, как в Москве надо общаться. Да. Я спрашиваю, что там, да хуй выебался. Чего? В Москве главное выебаться. А. Понял? Давай возьмем в Ларгус техничку. Бля, вот где надо машину, слышишь, брат, под проектом нахуй. Да, мне кажется, на ходу. А что все не так? Она в воде была, брат. И что, блядь, нам привычней. Да или может это не вода, это дождь, брат. Она перевернута. Да. Она перевернулась и просто стоит без окон. Он думает, что у него машина типа не перевернулась. Это моя мужчина. Это моё, блядь. Сколько ты за неё хочешь? Вот охуенно, видишь, дилерская, у меня написано, даже работает в Москве это. Это шьется. Ну охоту позвонить надо, знаешь, как будто, да. Чтобы он увидел машину мою, да? Поправить. Тамаеву продай. Нихуя, блядь, он у меня забрать ее хочет. Привезти в день один. Отвечаю, сколько, у меня сколько типов, вот сколько я стримлю, было, которые в чате, ну, писали мне во всяких мессенджерах, знаешь? Пишу Равжану, и никто не выдерживал. Никто больше не выдерживал. Да, ни одного. Не, я отвечал сразу. Я все вижу эти такие сообщения, и думаю, интересно, сколько он продержится, понял? Хуя он держит. А я ответил специально, чтобы не сбилось. В натуре? Да. Знаешь, что мне написал? Брат, удали, короче, и типа продолжи, кто мне не ответил, я хочу копить, говорит. Не продержался, я сразу сдался. Ау, я на своей эмке мозг общий, приколи. Ну, сейчас ты, брат, вот сегодня ночью поймешь кайф, понял? Когда можешь в любой день сесть и поехать. Вах. В BMW, кстати, по-умному сделали дворник. Смазывай, да, типа? Сразу. Смотри, что я сделал, слушай. Ну, это сейчас минус 50 рублей к цене. Я сразу говорю, вот. Опа. А они что-то делают? Контролер. Ты меня называла. Шо, у меня музыка включает, а типа, подожди, будем слушать. Будем слушать мои песни. Шма. Да, реально, лобовой поменять, нормально поправить. Я сейчас найду лобовой, хочешь? Сейчас, да? Один орёт. Прикольная у тебя машина, на самом деле, неплохая. Можно купить, продать.
РН. Это сними колено. Ну, знаешь, мне эта машина Вивер, нравится? Да. Вот вот так едешь, смотрите. Вот да. Да. Громко, да? Да. Так, сделал. Вау. Вау. Нажал? Ба, ну что, малолитражка не поменяла. Да, это типа, да. Малолитражка, ебана, сзади полиция. Роша с тобой едет, кажется. Да, помню, у меня все документы есть. Тоже верно. Ну, что там пасет, брат? Позицию занял, брат. Он преследует меня, ёбану. Да, реально. Правильно? Она, мне кажется, уже согрелась, может, чуть-чуть. Да, у нас согрелась, давай, хуярь. 100 градусов. Камере, брат. Что тебе? Скажи ему, что на мойку надо поехать, ёбаный в рот, косо там направо, брат. Ранат. Ранат! Ринат. Шёл. Вау! Ренат! Дэль, чехано бильярд, открываем. Сэм, я только сейчас понял. О чём? Ебанутый бизнес. Да. Открываем чайхану свою. Именно чайхану. Ставим там бильярд, теннис, настольный, кофе, всякую хуйню, снюс продаём, брат, денег заработаем. Все там будут держать, мы будем приезжать тоже с ними. Я предлагаю эту темку пообсудить сегодня после стрима в кальянке, брат. Как все темщики делают, брат. На, не, ты дал. Кофемани станет? А, кофе, извини, блядь. Забыл новое мета сейчас, блядь. Кофемания, брат. Или таймлесс. Треки по 15 секунд будут? Не, Равшан сегодня вообще вот не в прайме. Я не узнаю его. На, треков по 15 секунд нету. Снюса еще не выплевывался, не пердел. Снюс забрал, не надо. Вообще просто не тот чел. Скатился. Пошла жара. Шма, у меня жопа смотрели. Не, выбери вот тут, вот тут. Ужасная машина. Ух, как хорошо, холодно в жопе стало. Там, кстати, есть функция палец в жопу насунуть. Походу надо позвонить. Ну заебал палец в жопу сувать. О, поправляй, ты снюс повторяй. Бля, Равшан, это пи***ц, пацаны. Бля, буду. Чтобы вы понимали, я даже на футбольном поле снюс нашел прямо на газоне. Просто геморрой, бля. У меня на хате в Сочи, ну, я не знаю, я где только не ходил, под подушкой, за ухом, бля, снюс. Даже машина. Стекала, но уже не стекает. Шма, еще надо, еще разгоняйся. Камера. Да, 250 рублей, зато я почистил машину. Я шучу, не гоняй, брат, мы не такие богатые. Хорошо, я все ебал, знаешь. Да скажи за пенсионер. Пиздец как, блядь. Ну, надо, иди сидеть, гелик. Какой нахуй гелик, брат, вот машина, мужчина, блядь. Давай, это пизду, брат, 500 метров еще, блядь. До камеры 500 метров. Тормозов не останется, блядь. И что, у меня тоже нету. Давай, поехали. Знаешь, Шма, 200 метров. Самую дорогу у нас машины поменять будут, тормоза, я его все... Тормон керамика. А сколько можно ехать здесь? 110. Фу, все, все. Куда, бро? Бля... 500 метров до камеры еще. Ну, это камера на полосу, похуй, наверное, хуй знает. Ну, я считаю, ты пошляешь, похуй. Да, пишу в чате. Давай, хуй. Сейчас будут уроки обучения вождения по Московской области. Здорово, брат. Я не умею, брат, ездить, брат. Я вообще, я вот такие машины вожу. Тонар. Килограмм. Я чат не работаю, я его маму. Я читаю, брат, камера на полосу стреляет на скорость, понял? Понял, нахуй. Все, минус бабки. Шма, нажми дуэт, так, тетя петки буду. Тетя петки буду, нажми дуэт. Нажми. Армянский автомат. Армянский автомат. Нормально, давай не кинули, шма. Я все сделаю, брат. Шма, я эту машину чувствую. Ушами ты, блядь. Давай, едь. Наебаем, чуть не кинули. Да я знаю, едь, заебал. Езжай. Надо переключать, пора уже, брат.
Я еще не допускаю. Шма очень поправляет. Платишь, давай? Уже. Что, можешь Литвина позу сделать за рулем? Не, нос не вытащил. А, у тебя нету. Этот? Что хотел сказать? У меня бензин краснодарский нахуй сейчас здесь. Вау, брат, хороший, да? Порядочный бензин, брат, базар. Семафор, поехали, самолет. Вроде там. Опять что не работает, вроде бы. Я думаю, Nokia планшет, такой маленький, блядь, нихуя не видно. Нахуй нажимаешь. Извините, блядь. С андроидом сидит в машине, блядь. Хуй ты. Нога, опять на него, блядь, давай, хуй. Поби его, давай. Жизнь, я пошел. Бомби! Бомби до того Ситроена! Брат, ты просто на колесо моё прижался. Нравится твоя машина, что хочешь? А, таксист, брат. Направо, налево. Бомби, говорит, осуждаю за это. Что? На дорогу, типа, бомбило таксист. Давай! Дай его наручники, брат. На номерах. Это мент? Ой, как гаишник, брат. Натуре? Обгони его, 120 мужей. Я, конечно, понял, что. Здесь 120 мужей. Что за хуйня эта дорога? Меня она провоцирует на шашек. Я не хочу шашек. Ты не будешь, брат. Направляй, знаешь, я обычно вот такая. Да, 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 вот эта игрушка, понял? Любой поворот, любой момент поделаешь. Любой. Пацаны, М-ку купили за 12 миллионов. Нормально? Оцените. Вот так выглядит. Нормально М-ка? Новую, вторую взял. Оценку делайте, чади. Ноль. Все, понял. Спасибо, знаю, брат. Спасибо тебе большое, брат, знаю, по душе. Ну не смотреть, цен. Виджеты. На, езжай, брат. Виджеты, потом куда? Потом человек не съезжай, за рулем, не отвлекайся. Не отвлекаюсь. Жми. Газ пол. Все, сэкономил даже. Бля, хорошая машина едет, молодец.
этот, не, у меня нет панички, брат, когда большая штука. У меня паника, когда у него сзади китайская резина. Вот это паника, брат. Нет пока, не повесили еще. А сколько эта дорога стоит от начала до конца? Кто шарит? Проспект Багратиона, фулл. Сколько рублей? 210. Давай, хале! Нам прямо надо, давай. Да, следующий съезд, брат. Давай. А нас с чем-то долбаем, что ли? Скинь. О, какой кайф, брат, пристегнутый. Присидит, брат. Знаешь, какой кайф? Ренат, мне возьми что-то попить, брат Равшану, как обычно, капучино, он другой не пьет. Один ДСО включи, брат, из места до этого, вот этот, что лучше поедет она. А что мне надо сделать? Что он хочет от меня здесь? О, я уж проебался тогда нам. Всё, налево надо было. А от меня разворот хочется. О, центр сломался, брат. Развернись, нам нужно развернуться, брат. Да, я уже понял. Не-не, просто приезжу прямо, туда. Развернись, просто и всё. Мы же вчера это место приезжали, БМВ, в тот дом, помнишь? Вот тут развернуться, да? Да, здесь развернись, вот здесь. Вот где ученик, смотри. Да. А это я... Я уже узнал, да, я только в город приехал. Подожди, я работал 6 лет. Шма, вот поворот направо там. Кстати, не хочу молодого на машине пугать, рад. Не, брат, дай ему стресса, чтобы он потом понял, что такое дорога, брат. Сейчас ты чего жалеть будешь, брат? Да, он да. Потом поедет с дороги. Там женщина, брат, нельзя их пугать. Они ранимые. Дай ему. Можно? А почему я у тебя китайка стою? Знаешь, что пока я делаю? Хорошо. Что все это делаю? С тормозом. Это уже другой разговор, брат. С тормозом. Слева. Сколько забрал у них шмоток нога, сколько они у них стоят нога. Я вижу нефура стоит на улице, через секунду лежит. Упал. Бабские шмотки тебе не помогут. Ты транс, а я жесткий мужик.